Всем привет, ребята. Сегодня у нас, короче, посчитайте сами, какой по счету. В общем, очередной выпуск по ширпокейсам. Вчера сайт прям расщедрился, очень хорошо прям насыпал, очень хорошо надавал. Ну, посмотрим, как сегодня будет. Как обычно, закинул на баланс 250 рублей с промокодом на 40%. Сегодня мне с колеса выпало, повезло. Вот. Ну, а как повезет с кейсами, я не знаю. Давайте попробуем открыть. Сперва бесплатные. Будем открывать снова по 10, чтобы по-быстрому. И чтоб наверняка. Ну, тут осадок и солнце в знаке льва какая-то херня. Ну, так кусок говна. Но нам не надо. Что медленно как-то крутит прям. Че, на ноже остановишь, что ли? Давай на ноже! Сверхновая P50. Сколько ты? 84. Давай оставим. Пригодишься. Контракты ж надо будет пилить. Пригодишься. Медленно. О, ну тут гроза стопудово, да? Гроза, гроза. Ну, ничего страшного. Так, что, может, еще четырнем? Не дает. Так, ну, этого нету у меня. Надо. Завтра только доступен будет. Хрен с ним. Вернемся к нашим. Так, а сколько дропа у меня вообще доступного есть? Есть. А, вчера два, и этот третий, да, еще 7 скинов надо еще выбить, по крайней мере, чтобы контракт сделать. Ну, посмотрим, конечно, как повезет сегодня. Посмотрим, как он повезет. В каком расположении духа сайт сегодня будет находиться. В какой фазе там звезды, луна и все остальное будет на этом сайте. Ну, пока что удивляться нечему. Пока что удивляться нечему. Что тут кому-то выпала эмочка. Хорошенькая. Так, 37. Ну, чуть-чуть больше. Шу-шуть больше. Ну, тут 40. Ну, фиговина. Фиговина. Фигня, короче, всякая падает. В общем, по-быстрому просто сольемся. Сольемся по-быстрому. И все. И все. Вчера, в принципе, я тоже хотел по-быстрому слиться, но сайта другие планы совсем были. Вот, ребят, если вы еще до сих пор не подписались на канал, то подписывайтесь, вступайте в группу ВК, ставьте ваши лайки, комментарии, предложения, пожелания пишите. Дизлайки можете ставить. То есть, ну, проявляйте, в общем, активность. Мне просто уже самому интересно, чем же закончится этот 30-дневный марафон по ширпокейсам. Вообще путня это что-то, ну действительно путня стоящая, там что-то удастся выбить или же все-таки будет такой всякий шлак, всякий шлак. Ну, ничего путнего. Ну что тут? Ну, серость, одна серость. Серость, серость, серость. Так, давай. В принципе, тут на 3 прокрутки полных. Ну, 4, сколько еще? Прокруток 5, наверное, да? Еще, наверное, прокруток 5 и все. И все. Одна радость. Ролик короткий будет. Просто никто такие длинные ролики по этому говнищу смотреть не будет до конца. Вот. Я и сам бы хрен стал смотреть. Потому растягивать его смысла нету. Эх. Не дотянул почти. Я уже прям поверил, что он сейчас мне ножик даст. Но. Прям поверил. Что-то еще прям. Эмочки. Туру-ту-ту-ту-ру-ту-ту. Бородос. Бородос. Бреет гладко сегодня. Бреет чисто. Ну все, вот. Слили. Слили баланс. Как и планировали. Так, нет, что-то тут это. Он выпал у нас один за 55. Его, конечно же, мы оставим. В плюс. Ну, то есть его мы оставим.
Для... Так, чё, на сколько? На 5. На 5 хватает, давай. То есть два скина в контракт выпало. Два скина в контракт. Так, этот что? Ну, этот ПП-модуль тоже оставим. ПП-модуль. То есть три скина сегодня в контракт выпало. Уже хорошо. Уже что-то. Почешите. Почешите за ушком. На два. Вчера, похоже, сайт всем насыпал, потому что я ВКонтакте в группе смотрел. Там много кому там, ну, говорят, с бесплатного кейса, то есть с первого раза, то есть выпали скины сочные. То ли его вчера сломали, то ли что там с ним сделали, не знаю. То есть, ну, вчера вроде сайт насыпал. Так, 4, 5. А сколько здесь? А, ну на 5 хватает. Давай 5 тогда. Ну, такая халява закончилась. Оп. Ху-ху. 3, 2. На 2 хватает. Ху-ху. Тигр какой-то вообще прям дешманский. Ну, нет. Эх. Эх. Чё, я же за 6 рублей вроде там продал. А, вот. А, 12. Это ты. То есть ты не сразу сайт среагировал, да? Хрена кому-то раз. Ты что, одному и тому же выпало? Не разным. За три тут кусок. Все, все. Слились, как и планировали, да? То есть выпуск получился короткий. Выпуск такой себе. Так себе. Смотрим, что у нас тут. А, что? Вот. Три скина сегодня выбили. Сколько тут? 45 сотка и на 100. Ну, на 180 выбили. 200 закинули. 250 закинули, на 180 выбили. Ну, такое себе, да? В общем, все, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. До новых встреч. Увидимся завтра. Всем пока.